Приветствую всех. 1152 сборка. Игровой системный блок на базе процессора AMD Ryzen 3200. В данном случае ревизия AF. В последнее время 1200 и все появляются AF-ки. А вот, допустим, 1600 уже перестали появляться. Идут старые на ядре Summit Rage. В общем, процессор Ryzen 3200F, частота 3.1 до 3.4 ГГц. Перед нами второе поколение процессоров, ядро Pinnacle, поколение Zen+. Добавило примерно процентов 10 производительности от обычного Ryzen 3 1200. Весьма неплохой процессор. Охлаждает наш процессор кулер Tipcool H Mini. Для него это вообще просто. Работать будет бесшумно, еле-еле крутится. Материнские платы от Gigabyte регулируют трехпиновые колодки посредством напряжения. Поэтому это решение, наверное, одно из самых лучших в плане и цены, и комфорта в эксплуатации. Материнская плата у нас на B450 чипсете. Gigabyte B450M S2H. Отличие от B450MH, которая там рублей на 200 дешевле, это как раз заключается в радиаторе на ключах. Здесь он стоит, ключи будет немного дохолоднее. Стоят две планки памяти по 8 гигабайт каждая на частоте 2666 МГц. Фирма Crucial в двухканальном режиме. Это родная частота процессора. Память Crucial имеет пожизненную гарантию. Очень хорошая память. Стоит SSD накопитель на 240 гигабайт VD Green. Форфактор M.2, интерфейс SATA. Видеокарта у нас Radeon RX 470 на 8 гигабайт DDR5 256 бит. Фирма у нас Sapphire, версия Platinum Edition. Стоит турбина. Частоты немного занижены для такой видеокарты, что по мне так идет на пользу, потому что видюха холодная, бесшумная, и весь горячий воздух из видеокарты выходит наружу. Стоит 600-ваттный блок питания Aeracool X+. Ну и корпус у нас Accord JPX. Добавили вентилятор на выдув 120 мм. И поставили вот такую вот систему с RGB-подсветкой. Стоит три вентилятора спереди. И стоит такая светодиодная лента. В светодиодной ленте находится контроллер RGB-подсветки. И к ней подключаются последовательно три кулера. С помощью кнопки Reset можно подсветку переключить, отключить, чтобы ночью она не светилась. Смотрится очень хорошо. Идет у нас закаленное стекло и сбоку, и спереди. Ночью будет светиться вот так вот. Прям классная система получается. Есть сверху место для установки двух вентиляторов 120 мм. Есть разъем USB 2.0 и 3.0. Кнопка включения. Ну, в общем, такой недорогой, добротный системник. По цене меньше 30 000 рублей.